Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Духова шафа Siemens із термощупом Roasting Sensor Plus. Siemens – майбутнє поруч. В конце 15 века Христофор Колумб открыл Америку. С тех пор все путешественники на планете мечтали что-то открыть первыми. Последним из континентов была открыта Антарктида. Но на этом гонка первопроходцев не закончилась. Азарт подталкивал человека подниматься на самые высокие горы на планете. И на вершину мира – Эверест. Люди отправились и за пределы планеты – открывать космос. К сожалению, практически за все великие открытия приходилось платить человеческими жизнями. Сегодня может показаться, что, по крайней мере, на Земле все давным-давно открыто, а первооткрывателем уже не станет. Но это не так. Яркий пример тому – малочисленные неконтактные племенные группы, живущие глубоко в джунглях Амазонии. Открыть один из таких уникальных, неизученных народов – мечта большинства путешественников, ученых и журналистов. И за попытки открытия племен тоже приходится платить человеческими жизнями. Сложно поверить, но это возможно и сегодня, в наше с вами время. Мы находимся в самом сердце эквадорской Амазонии. На сотни километров вокруг влажный тропический лес и никакой цивилизации. Это и есть дом неконтактных индейцев. За него они ведут борьбу. Убивают всех тех, кто пытается вторгаться на эту территорию. Индейский народ Гуарани, который мы с вами изучаем уже больше месяца, был открыт относительно недавно. Всего 66 лет назад все эти люди жили глубоко в джунглях и не имели никаких связей с внешним миром. То, как они впервые вышли на контакт с цивилизацией, не просто история. Это настоящий блокбастер. И сегодня мы с вами увидим его глазами главных героев. Мы пройдем по следам первооткрывателей. Полетели! Пятеро молодых американских миссионеров прилетели в Эквадор. Они мечтали первыми открыть тогда еще неконтактное племя Гуарани. Мы отправляемся в те места, где развернулась драматичная история установления первых контактов. Заходим на посадку в поселке Тониампаре. Грунтовочка. В принципе, здесь это основной вид транспорта. Вот такие маленькие самолеты. Полоса очень короткая. Поэтому важно останавливаться вовремя, чтобы просто не удариться в этот лес. Здесь нам удалось собрать людей, которые лучше всех знают, как именно это происходило. Buenos días. Buen día. Дима. Демента. Матиас. Ома. Бегонка. Глядя на этих улыбчивых мужчин, никогда не подумаешь, что их объединяет и что их связывает. Это ближайшие родственники индейцев, которые впервые вышли на контакт с пришельцами из цивилизованного мира. Более того, нам удалось найти даже последнего живого участника тех событий. Честно говоря, так внутри немножко все дрожит. Встретиться с таким человеком – это уникальный шанс. И я надеюсь, что мы сможем рассказать вам уникальные детали. Кима Йетти? Да, это я. Эти люди помогут нам восстановить полную картину события, которая перевернула и мир Гуарани, и историю всего региона, и целого народа. И начнем мы там, где начинали свое открытие первопроходцы. Мы находимся в небольшом городке Шелл. Как и понятно из названия, построен он был одноименной нефтяной компанией для сотрудников, которые проводили нефтеразведку на землях Гуарани. Этот же город стал отправной точкой и базой для операции «Аука». Слово «Аука» переводится как «дикарь». Так миссионеры назвали свою спецоперацию. Все детали задуманного держали в строжайшем секрете. Об операции знали только пятеро ее участников и их жены. Все свои действия они документировали с помощью любительской кинокамеры. Из этого ценного материала позже был создан уникальный фильм «Сквозь врата великолепия». Кем же были эти авантюристы? Нейт Сейнт, Джим Эллиот, Питер Флеминг, Эд Маккалли и Роджер Юдериан – простые молодые парни, самому старшему из которых было всего 32 года. Фанаты своего дела. До этого выйти с Гуарани на контакт не решался никто. А перед нами самолет Пайпер
PI-14 точно такой же использовали миссионеры для того, чтобы установить первые контакты. Сегодня это, по сути, памятник миссионерскому движению и напоминание о тщетных попытках установить контакты с дикими племенами. На протяжении всей операции АУКа легендарный самолет «Пайпер» стартовал именно с этой взлетно-посадочной полосы. Миссионеры знали, что где-то в джунглях разбросаны поселения дикарей в Ааране. Чтобы отыскать их, Нейт Сейн, миссионер и первоклассный пилот, разбил джунгли на сектора и систематично прочесывал их один за другим. 14-й «Пайпер» мог лететь на небольшой скорости, что огромный плюс для аэроразведки. Пролетая низко над джунглями, люди могли лучше рассмотреть пространство между деревьями и обнаружить жилища и неконтактные племена. Прямо напротив аэродрома в городе Шелл находится дом пилота Нейта, лидера пятерки миссионеров. В те годы это был базовый лагерь, где собиралось продовольствие, оборудование для жизни в джунглях, планировались полеты, готовились спецоперации. Сегодня это музей, в котором есть уникальные артефакты и фотографии, которые напоминают про операцию АУКа. Это центр управления. Именно отсюда координировались все действия. Здесь находились радиостанции. Это самое главное. С их помощью жена главного миссионера Нейта Сейнта выходила на связь со своим мужем и записывала координаты. Всегда знала, где расположен самолет, фиксировала это на карте. Здесь же находятся оригинальные журналы, в которых записывали все данные о полетах миссионеров, отмечала остаток топлива в баке, то есть шел беспрерывный радиообмен. А вот такую технику использовали, когда работали в джунглях. При помощи такой радиостанции выходили на связь. И вот в сентябре 1955 года Нейту повезло. Облетая очередной сектор, среди бесконечных крон деревьев он все-таки разглядел поселение диких в Ааране. Это было несколько незамысловатых построек и голые люди вокруг. Помню, сколько мы жили в лесу, никогда не слышали сильного шума. Но однажды, когда мы отправились на реку, услышали необычный гул и увидели, что летит самолет. Люди, которые ни разу в жизни не видели самолетов, воспринимали диковинку по-разному. Наш гид-индеец Гинда уже рассказывал, что когда был маленьким и впервые увидел самолет, то вместе с соплеменниками думал, что это привидение. Родители были в ужасе. Думали, что это какой-то монстр или привидение, которое мы называем Оремоя. А по опыту прошлых экспедиций мы знаем, что авиатехника может быть воспринята неконтактными, как что-то живое. Например, как огромная хищная птица или гигантское насекомое. Такими движениями они пытаются отпугнуть. А напугать вертолет пытается. Вы понимали, что это что-то механическое, созданное в другом мире? Или вы думали, что это живое существо? Мы видели пилота внутри. Он махал рукой. Поэтому мы понимали, что там человек. А самолет не чудище. На следующее утро самолет вернулся. К нему была привязана веревка, а на ней большая корзина. Ее спустили на землю, и внутри был маленький ножик. Благодаря конструктивным особенностям этого самолета удалось придумать новую и очень интересную схему обмена подарками с неконтактными племенами. Пайпер на небольшой скорости наматывал круги. С него была сброшена веревка, к которой, собственно, и привязывалась корзина с подарком. За счет большой длины веревки и минимального радиуса маневра подарок, зафиксированный в нижней части веревки, оставался практически неподвижным. И индейцам было очень удобно подойти и забрать его. На следующий день самолет опять прилетел, покружился и привез нам мачете. Мы подумали, что, наверное, нужно дать им что-то в ответ. Когда они прилетели в следующий раз, мы отправили им попугая. Привязали его к веревке, а они забрали. Попугай даже был говорящий. Он умел говорить фразу «Моя мама Акао». Так звали женщину из нашего поселка. А насчет мяса обезьяны правду пишут? Вы мясо обезьяны передавали? Да, после охоты у нас было много мяса обезьяны. Мы отправили его чужакам, чтобы они тоже могли попробовать. Радости миссионеров не было предела. Их план работал. Они уже были уверены, что ответные подарки от индейцев – это верный знак того, что они смогут подружиться с дикарями.
Они прилетали много раз. Однажды мы решили попробовать стянуть самолет вниз за эту веревку. Но когда мы ухватились, пилот обрезал веревку, и она упала вниз. После этого они уже сбрасывали нам мешки с вещами на парашютах. Подарков хватало на всех, но нам было страшно. Мы не понимали, почему эта штука так часто прилетает. Через полтора месяца активного обмена подарками миссионеры сделали вывод, что варане, скорее всего, дружелюбные, и решили, что пора выходить на первый контакт, что их жизни ничего не угрожает. Они облетели место обитания племени и нашли на берегу реки Курарай песчаную полосу длиной 200 метров. Здесь снова решающую роль сыграл самолет, которому требовалась очень короткая дистанция для взлета или посадки. Вместе с родственниками участников этой первой встречи отправляемся искать то самое место – на лодке. Но даже найти эту точку уже непросто, потому что за полвека береговая линия реки менялась неоднократно. Совсем рядом мы находим точно такую же косу. Мы видим небольшую отмель. Приблизительно такую отмель в свое время нашли миссионеры и приземлили свой самолет. То есть все выглядит плюс-минус так же, как в 56-м году. То есть самолет сел приблизительно на такой пляж, да? Да, но тот пляж был немного больше. Насколько известно из официальных источников, 200 метров был пляж. Но все равно был вот такой же песок. Конечно, миссионеры, пилоты асы. Потому что умудриться сесть здесь, это действительно такое рискованное занятие только для очень опытных пилотов. Миссионеры специально выбрали место чуть подальше от поселения Ваарани, в 7 километрах. Они не хотели, чтобы их визит выглядел как вторжение на земли племени. Американцы разбили лагерь и стали ждать, пока индейцы сами из любопытства выйдут к ним. Однажды мы услышали звук мотора со стороны реки Курарай и пошли на звук. На берегу мы увидели миссионеров. Но мы не хотели сразу подходить и наблюдали за ними из леса. В лесу индейцы, можно сказать, превращаются в ягуаров. Они передвигаются очень медленно и осторожно. Их не слышно и не видно. Вот, друзья, с берега не видно, что в лесу, потому что густая растительность все перекрывает. Зато заходишь в лес, и реку видно отлично. Много просветов. И отсюда очень удобно, взяв копье, выслеживать врага, и он тебя точно не заметит. Когда варане готовятся к встрече, они много времени проводят, наблюдая за чужаками. Считают, сколько людей, сколько у них оружия, кто из них самый опасный. Они сперва как следует изучают обстановку. Миссионеры вытащили все свои вещи из самолета и обустроили лагерь. Небольшой самолет не мог доставить много вещей. Поэтому лагерь миссионеры сооружали в основном из подручных материалов. Днем спасались от жары под небольшим навесом, а ночью забирались повыше на дерево. У них был домик на дереве. Почему они жили на дереве? Здесь много опасных животных. Например, ягуаров и змей. Поэтому так было безопаснее. Спустя 3 дня после того, как миссионеры обосновались на берегу реки, индейцы решились выйти из леса к пришельцам. Первыми подошли Нанкиви и 2 женщины. Отец был самым любопытным, поэтому пошел первым. Его хорошо встретили, дали еды и воды. Во время первой встречи индейцы и миссионеры общались жестами. Это был уникальный момент. Люди из леса впервые узнали, что в мире есть и другие люди. Миссионеры много улыбались. Важно было показать добрые намерения. А индейцы с любопытством рассматривали пришельцев и ощупывали их удивительную технику. Сейчас вы видите редчайшие, просто уникальные кадры. Это исторический момент, снятый самими миссионерами во время первой встречи с Ваарани. Миссионеры дарили много ценных вещей. Мачете, кастрюли, топоры, ложки, ножи. Они пытались объяснить, что самолет может привезти еще больше подарков. Но нужно место для посадки, иначе самолет разобьется. Жестами они показывали, что надо вырубить деревья. Тогда самолет сможет успешно сесть прямо возле поселения. Моего папу даже пригласили полетать на самолете. Они покружили над нашим поселением, и он кричал через громкоговоритель. «Привет, это я, Нанкиви. Я летаю над вами». Так 6 января 1956 года произошло историческое событие. Первый мирный контакт с племенем Ваарани. Миссионеры увидели, что племя, которое раньше считалось убийцами, способно на мирное общение и не представляет угрозы. В
тот момент американцы уже чувствовали себя победителями и считали, что все получилось. Наверное, в этот момент они подумали, что контакт с Варани уже установлен, потому что накормили, покатали. Есть дружба. Да, тогда они были абсолютно спокойны и не представляли, что произойдет дальше. Миссионеры привезли с собой какие-то фотографии. На одной из них были изображены белые люди и Даюма. Даюма – неконтактная девушка Варани, которая сбежала из племени за 7 лет до высадки миссионеров и стала жить цивилизацией. Так совпало, что она была сестрой одной из первых вышедших на пляж. Все племя считало Даюму давно погибшей. Но миссионеры специально взяли с собой ее фотографию, думая, что это поможет найти общий язык с дикарями при первом контакте. Но фотография неожиданно стала началом конца. Когда мы увидели изображение Даюмы, очень удивились, как такое может быть. Никто из нас тогда не знал, что такое фотография. И возникла мысль, что, возможно, эти белые – людоеды. А фотография Даюмы означает, что они ее съели. Мы испугались, что они съедят и нас. Если бы миссионерам повезло первым встретить кого-то другого из племени, то все могло сложиться иначе. Но они встретили Нанкиви, который неправильно понял их намерения. Вы тоже думали, что эти люди каннибалы? Нанкиви был так напуган той фотографией, что я тоже поверил, что они каннибалы. Увидев изображение соплеменницы, Нанкиви стал убеждать всех в том, что чужаки на самолете – людоеды. И Даюму они тоже съели, поэтому есть только фотография. Но не зная языка Варани, американцы об этом даже не подозревали. Они провели с индейцами целый день. Первая встреча с точки зрения миссионеров прошла гладко. И теперь уже сами американцы ждали от Варани встречное приглашение в гости. О чем по рации радостно доложили на базу в городок Шелл. 8 января 1956 года жена главного миссионера, Мардж, находилась возле этой радиостанции и с ее помощью связалась со своим мужем Нейтом. Это было в полдень. Он попросил молиться за них, сказал, что особенный день. Пообещал также, что в 16:30 снова выйдет на связь. Но в 16:30 радиостанции была тишина. Жена не смогла связаться со своим мужем Нейтом, и стало понятно, что произошло что-то страшное. Мы собрали оружие и отправились к их лагерю. Решили, что лучше убить чужаков. Нас было 6. Чем вы были вооружены? Мы несли с собой много копий. Первыми к миссионерам мы отправили женщин. Они должны были отвлечь их внимание, чтобы те подошли, собрались вместе, и их легче было атаковать. Среди женщин была мать Даюмы. Она очень горевала, думая, что чужаки убили и съели ее дочь. Женщины позвали пилота, чтобы он тоже вышел. Показывали миссионерам мачете, которые они когда-то подарили. Те стали подходить и смотреть. Миссионеры не боялись того, что к ним идут с копьями. Они думали, что уже подружились с Варани. То есть, видите, это был такой коварный план, и убийство было спланированным. Мы выбежали из кустов, чтобы атаковать. Гикита, не говоря ни слова, атаковал их. Он был лидером и первым наносил удары копьем. Он делал это очень быстро и точно. Миссионеры стали убегать, но зашли в реку, где не смогли быстро двигаться. Там мы их и достали. Мороз по коже от того, что рассказывают. Как реагировали миссионеры, когда поняли, что вы решили их убить? Я думаю, они не ожидали такого. Сколько человек убили вы? Я убил всего одного человека. Кого именно вы убили? Я не знаю, кем он был. Я просто заколол его, и все. Да, вы все правильно поняли. Тима Йети не просто свидетель того, как Варани вышли на контакт. Он был одним из убийц. Этот человек своими руками вонзил копье в одного из первопроходцев. И он последний, кто остался в живых из шестерки убийц. Позже выяснилось, что Кима заколол Пита Флеминга, самого молодого участника экспедиции. Американцу было всего 27 лет. Во время атаки Пит до последнего пытался докричаться до Варани, что миссионеры пришли с миром. Но это были просто крики. Язык никто не понимал. Они оказывали сопротивление?
Единственное, что они делали, это стреляли в воздух, чтобы напугать нас, чтобы мы убежали. Вы сами не боялись пистолетов? Вы уже знали на тот момент, что такое пистолет? Да, мы знали, потому что до этого у нас уже были стычки с окружающими людьми, которые использовали оружие. Важно подчеркнуть, что миссионеры изначально вообще не хотели брать с собой оружие. Они считали, что если все пойдет совсем плохо, значит пришел их час встретиться с Богом. Но родственники все же убедили их взять несколько оружий и пистолетов. Между собой группа договорилась, что огонь откроют только в самом крайнем случае. Если будет смертельная угроза, и то стрелять будут в воздух. Как вы думаете, почему они не стреляли в вас? Возможно, не успели. Когда все началось, мы атаковали быстрее. Сколько копий попало в каждого убитого? Атака прошла очень быстро. Во всех попало по одному копью, кроме пилота. Пилот пытался убежать, но мать Даюмы догнала его и обхватила руками вот так. Она хотела его повалить, но пилот достал пистолет и попытался выстрелить в воздух. В итоге пилоту досталось два копья. Он пытался поднять руку, чтобы выстрелить в воздух, но удар копья сбил его, и пуля ранила голову Нампы. Ранение было не сильным, он выжил. Снаружи у него все зажило, но какая-то часть пули, видимо, попала внутрь. Через несколько месяцев из его головы начали доставать кусочки пули. Нампа еще около 5 месяцев прожил. Ходил по лесу, охотился. А потом однажды пришел и сказал, что умирает. В его ране завелись какие-то насекомые, из-за которых он и умер. Сейчас уже никто не сможет достоверно сказать, миссионеров просто застали врасплох, или они сознательно не применяли оружие и остались верны своим принципам даже перед лицом смерти. Но факт остается фактом. Индейские копья снова оказались сильнее винтовок и пистолетов. Вот, друзья, наконец-таки я понял, для чего засечки. Не только для того, чтобы доставать копье уже с мясом, как говорится, а для того, чтобы, когда оно вошло, твоего врага, а тогда всех чужаков считали врагами, чтобы он не мог быстро вытащить и убежать. Вытащить такое копье из тела невозможно. Другая сторона — это уже гладкое копье. Для того, чтобы наносить много ударов и убивать много людей. Ударил, вытащил, ударил, вытащил. Убив всех, мы стали пробивать копьями самолет. Какие-то части мы разобрали и унесли с собой. Самолет был безжалостно пронизан копьями неконтактных индейцев. Вот самые ценные экспонаты музея — это обломки того самого самолета. Часть обломков забрали индейцы. Они думали, что таким образом самолет уже не смогут починить, и к ним больше никто не прилетит. Вот так миссионеры стали жертвой фатального стечения обстоятельств. Из всех поселений диких Ваорани им не повезло оказаться именно в том, откуда сбежала Даюма и где жили ее родственники. А из всех индейцев общины к ним вышел именно тот, кто неправильно воспринял фотографию, из-за которой посчитал чужаков каннибалами. Тела миссионеров захоронили на том же пляже, где они совершили историческое событие и где были убиты. Река с тех пор изменила русло. Берег, на котором похоронили миссионеров, ушел под воду. Это было вот здесь. То есть вот здесь находится их могила? Под водой? Да, но река давно уже унесла все останки. В чем основная ошибка миссионеров? Что они сделали не так? И как нужно было поступить, чтобы их не убили? Их главной ошибкой было то, что они хотели самостоятельно установить первый контакт. Им нужно было приезжать вместе с Даюмой, чтобы она помогла миссионерам и индейцам лучше понять друг друга. Впоследствии так и случилось. Именно сбежавшая девочка Даюма в итоге и принесла цивилизацию народу Ваорани. Нам удалось найти родственников Даюмы, человека, который изменил жизнь всех Ваорани. Первой Ваорани, которая вышла на контакт. Вот в этом скромном домике в городке Пуя живет ее родная дочь. Buenos días. Buenos días. Я Дима. Вас как зовут? Эба Менкамо. Вы дочка той самой Даюмы? Да, это я. Добро пожаловать. Даюма – легендарная личность во всем Эквадоре. Считается, что именно благодаря ее миссионерской деятельности Ваорани осознали, что убийство – это не метод решения вопросов, а все проблемы можно решать мирным путем. Важно подчеркнуть, что это была совместная победа Даюмы, а также вдов и сестер тех самых мужчин, которые погибли от копий при первом контакте. В память о родных женщины продолжили дело их жизни.
и остались в Эквадоре, чтобы все-таки наладить контакт с племенем. Обстоятельства сложились так, что после убийства миссионеров их ближайшие родственники продолжили устанавливать контакты с Ваарани, несмотря на трагедию. Они простили Ваарани и пытались все-таки закончить начатое своими мужьями, своим братом. Мама рассказывала вам, как отреагировало племя, когда она вернулась после многолетнего отсутствия? Да, мама рассказывала, что когда отправилась налаживать контакт, она сняла свою одежду, чтобы войти в поселение, как в Ааране. Ее сразу не признали, ведь все были уверены, что она мертва. Даже ее мама и бабушка не верили, что перед ними Даюма. Гекита, который убивал миссионеров, сперва хотел убить и Даюму за то, что она бросила племя. Но она успокоила его и объяснила, что агрессия и убийство ни к чему не приведут. Она предложила помощь, сказала, что может привезти из внешнего мира все, что будет нужно. Она привезла с собой много вещей, которых у нас никогда не было. Одежду и разные бытовые инструменты. Даюма объясняла нам, что нужно подружиться с внешним миром. Мама сказала своему племени, что привезет иностранцев, которым можно доверять. Она объяснила, что они не людоеды. Так первое поселение в Ааране стало контактным. То есть, получается, целую эру убийств остановила ваша тетя? Да, она изменила общество и всю культуру в Ааране. Через какое-то время американцы стали летать над другими поселениями в Ааране и сбрасывать подарки с самолета. Сахар, рис, продукты, полезные вещи. А мама показывала, как ими правильно пользоваться и убеждала всех, что нужно выходить на контакт с внешним миром. Такие изменения в буквальном смысле перевернули мир в Ааране с ног на голову. До контакта с цивилизацией в этих лесах жили по совершенно другим принципам. По каким законам жили ваши отцы? Почему убивали всех чужаков? Когда кто-то заходил в наш дом без спроса, первым решением всегда было убить кавуди, то есть чужака. Так защищали территорию от вторжений. Знаете, если перевести на современный манер, может быть, человек дверью ошибся. Как вы определяли, что это именно вторжение? У неконтактных людей совсем другое представление о мире. Для них весь лес — это их территория. А внешний мир они считали враждебным. Поэтому если оттуда кто-то приходил, это сразу считалось нападением, и нужно было отвечать. Почему в Ааране были такими жестокими? Меня с самого детства учили двум вещам — охотиться и воевать. Такой была жизнь. Как много войн происходило между племенами и как часто друг друга убивали до выхода на контакт? Кланы постоянно воевали между собой. В любой момент человек из одного клана мог разозлиться на человека из другого клана, напасть и убить. Соплеменники убитого начинали мстить и атаковали в ответ. Это правило жизни в лесу. Мужчины в племенах всегда были готовы к нападению. Так, например, убили моего отца, когда я был маленьким. Проткнули ночью копьем, когда он спал в гамаке. Наш дом окружили и напали на нас, пока мы спали. Я лежал на руках у отца. Мне повезло, что копье прошло рядом и не задело меня. Так я выжил. Мама схватила меня, успела убежать в лес, но много других людей погибло. Сколько за одной человек погибло? Около 10 мужчин и несколько женщин. Еще было много раненых. По традициям в Ааране, такие нападения не могут оставаться без ответа. За них обязательно нужно мстить. В ответ обязательно приходит новая, не менее жестокая месть. И так по кругу до бесконечности. Кровная месть разных групп в Ааране переходила из поколения в поколение. Разорвать эту цепь можно было только одним способом. Убить абсолютно всех, кто может отомстить. Когда убили моего отца, вместе с ним заживо похоронили мою сестру, которая была примерно вот такого возраста. Представляете, детей тогда хоронили заживо с убитыми родителями. А почему вашу сестру убили, а вас оставили в живых? Я был еще младенцем, а сестра была постарше.
Поэтому, чтобы избежать родовой войны, ее убили. То есть потому, что вы не могли запомнить, а сестра могла запомнить и продолжилась бы кровная месть? Да, все верно. Считалось, что младенцы ничего не запомнят. А вот дети постарше, во время убийств, могли убежать в лес. И когда вырастали, возвращались мстить за убийство родителей. В те времена закон кровной мести был строгим и обязательным. Во время войн между поселениями старались убить всю общину, чтобы некому было мстить. Бывало за раз 50 и даже 80 человек. Поэтому очень сложно точно посчитать, кто сколько убил за всю жизнь. В среднем каждый воин убивал от 20 до 50 человек. Страшные вещи. Сколько вы за свою жизнь человек убили всего? Не могу сказать, сколько точно я убил, но навскидку человек 20. В те времена варане воевали не только друг с другом, но и со всем внешним миром. Долгое время они были уверены, что все чужаки, которые приходят в их лес, людоеды. И поэтому лучше убить их первыми, чтобы самим не стать едой. Откуда вы вообще узнали, что есть такое понятие, как людоеды, каннибалы? У вас же не практиковался каннибализм. Об этом говорили старшие люди. Поэтому мы просто были в этом уверены. Чужаков называли каводи. И все боялись попасть к ним в руки. Наши предки были агрессивными. В любой непонятной ситуации основным решением для них всегда было убийство. Ситуация изменилась после того, как большинство варани вышли на контакт и приняли христианство. Новое для них учение «Не убей» помогло прекратить бесконечную кровную месть. Варани стали мыслить иначе. Это заметно даже на примере наших героев. У наших родителей была вражда. Мой брат когда-то обманул все племя и сказал, что отец Тементы собирается убить их. Отец Бегонки очень разозлился, взял всю свою семью, и вместе они убили папу Тементы. Я просто немножко растерялся. Ваш папа убил вашего папу? Да. Когда это было? Еще до моего рождения, когда мама была беременна. Да, вы не ослышались. Мужчины, которые стоят передо мной, сегодня дружат, улыбаются, обнимаются. Но отец одного из них убил отца другого. Вот как вы сейчас дружите, общаетесь и не убиваете друг друга, следуя правилам кровной мести в вашем племени? Наши отцы жили совершенно в другом мире. Благодаря Даюме это все в прошлом. Я осознал, конфликты — это путь в никуда. Уникально. Человек, который сидит рядом с нами, просил убийство своего отца и говорит, что нужно дальше жить в мире. Позже все, кто участвовал в убийстве миссионеров, искренне раскаивались в том, что сделали. Вы сожалеете о том, что вы убивали их? Мы тогда считали, что это все каннибалы, поэтому закололи их. Но теперь я думаю, что на самом деле они были хорошими людьми. Я по сей день прошу прощения у Бога и спрашиваю себя, зачем мы их убили. Надеюсь, Бог меня простит. Вы раскаялись. Скажите, когда вы вышли на контакт с цивилизацией, не было судебного преследования уже по законам Эквадора, а не по законам леса? Ведь получается, что по современным законам вы убийца. Жена пилота, которого мы убили, сказала, не надо трогать этих индейцев. Мой муж делал важное дело, у него была миссия. И пусть он погиб, не надо их наказывать. После этих событий большинство варани вышли на контакт с внешним миром. Часть индейцев перебрались в города. Нефтяные компании получили доступ на эти земли и стали мирно уживаться с индейцами. Но остались две группы – Дагиери и Тараминани, которые категорически отказывались от любых контактов с окружающим миром и продолжили жить изолированно на отдельной, оговоренной территории. Три десятилетия их не трогали. Но в 80-х годах прошлого века государство выдало разрешение на нефтедобычу уже на последних землях неконтактных племен. По сути, негласно было дано добро на физическое уничтожение индейцев. Спецназ действительно уже был в полной боевой готовности и только ждал команду, чтобы полностью зачистить лес и открыть район для нефтяников. В тот момент неконтактные варани оказались под угрозой полного исчезновения. Их последним шансом стали церковнослужители – Орден миссионеров-капуцинов. В 80-х годах мы плотно общались с вышедшими на контакт варани и помогали им адаптироваться в новом мире, защищали их права.
А когда узнали, что неконтактные в опасности, сочли своим долгом не допустить истребления индейцев, которые веками жили в этих лесах. Был всего один человек, к слову которого прислушивалось и государство, и нефтяники, потому что это был, по сути, представитель Папы Римского в регионе, епископ Алехандро Лабака. Благодаря своему статусу и гуманитарной деятельности, долгое время ему удавалось быть посредником между властью и индейцами. И теперь он надеялся использовать свой статус, чтобы спасти неконтактных индейцев от полного физического истребления. Как только Алехандро узнал о таких планах, он написал обращение к властям и нефтяникам, в котором призвал не делать этого. Он понимал, что индейцы ни за что не отдадут свои территории, а нефтяники без нефти не уйдут. Столкновение неизбежно. Прольется кровь. Когда Алехандро выступил в защиту племен, епископа послушали. С его авторитетом не могли не считаться и были вынуждены пойти на переговоры. Через несколько дней к сеньору Лабаке приехали представители нефтяной компании. Вот, друзья, тот самый стол, за которым в 1987 году велись роковые переговоры. За этим столом тогда собралось 12 человек. Переговоры были непростыми. У нефтяной компании истекал срок действия лицензии. Поэтому они спешили начать работу в джунглях любой ценой. Алехандро не смог отговорить их от добычи нефти на территории неконтактных групп. Поэтому он решил пойти туда первым. Он понимал, что это рискованно и опасно. Но надеялся, что у него получится уговорить индейцев уйти, чтобы их не убили. Именно по этой причине у сеньора Лабаки, в отличие от американских миссионеров, не было времени на долгий обмен подарками. Счет шел на дни, поэтому он решил рискнуть и сразу идти к индейцам лично. Ему выделили военный вертолет. Первый раз, когда Алехандро полетел на территорию Тагиери, они не смогли приземлиться. Но с воздуха увидели, что недалеко от традиционного дома Онка индейцы воткнули большую палку с черепом и скрещенные копья. Знак того, что сюда нельзя. Представляете, Тагиери предупреждали уже будущих возможных гостей, что здесь смерть. Даже современные варани пытались отговорить его от этой затеи, предупреждая, что его, скорее всего, убьют. Тогда же Хосе Мигель последний раз видел своего друга живым. В этой комнате был наш последний разговор. И Ваарани, и я говорили ему, что не стоит туда спускаться. Но Алехандро верил, что все будет хорошо. Он даже взял с собой сестру Инес, которая должна была убедить индейцев, что они пришли с миром. Он считал, что женщин уважают и оберегают, поэтому не станут убивать. К сожалению, он ошибался. Для Тагиери все были одинаковыми. Женщины, нефтяники, миссионеры. Для них все были ководи и враги. Хосе Мигель показывает последнее фото Алехандро и Инес, сделанное при жизни, прямо перед тем, как они вылетели к неконтактным индейцам на переговоры. 21 июня 1987 года вертолет, который специально наняла нефтяная компания, высадил миссионеров посреди джунглей. Они надеялись, что смогут мирно договориться с дикими индейцами. Дело в том, что индейцы никогда не выйдут к тебе, если слышат звук вертолета. Поэтому пилот улетел и по плану должен был вернуться через полчаса. Но этого не произошло. По словам пилота, он якобы не нашел места высадки, поэтому вернулся без них. Для меня до сих пор остается загадкой, как так получилось, ведь у пилота были точные координаты. Когда мы поняли, что Алехандро и Инес остались в джунглях, мы забили тревогу. На следующий день развернули спасательную операцию. Но когда вертолет добрался до места, было уже поздно. Хосе Мигель, который прилетел забрать друга, увидел только брошенные хижины, возле которых лежали пробитые копьями тела. Есть рассказы о том, что убили их не сразу, что якобы сначала пригласили в дом, угостили, и только потом, когда мужчины вернулись с охоты, произошло убийство. Похоже, что так оно и было. Дело в том, что для охоты используются одни копья, а для убийства людей совсем другие. В теле Алехандро было 17 копий для человека. Это значит, что мужчины вернулись с охоты, сменили оружие и только тогда убили чужаков.
Убить можно одним копьем. Возникает вопрос, почему 17 копий и зачем так жестоко? Индейцы верят, если потом вытащить копье из мертвого тела, дух человека может выйти и найти убийцу для мести. Поэтому копий нужно как можно больше, чтобы запутать духа и убийца не был найден. А тот, кто достанет копье, как бы присоединяется к духу умершего. Получается, что дух Алехандро теперь живет во мне, потому что именно я был тем, кто достал копья из его тела. Вы своими руками доставали копье из друга? Да, мне для этого пришлось даже наступать ногой на тело. Солдаты, которые были со мной, не захотели этого делать, и мне пришлось вытащить все 17 копий своими руками. Я после этого почти месяц вообще не разговаривал. У меня была только одна мысль – дать оружие Варане, чтобы они сами разобрались с нефтяниками. Потому что он был моим другом, лучшим другом. Одну из тех самых копий Хосе Мигель до сих пор хранит здесь. Это все пропитано кровью моего друга Алехандро. Копье было воткнуто в тело вот настолько. А с другой стороны, все было украшено перьями птиц. С воздуха это выглядело пугающе красиво. Похоже на дьявольский цветок. Я просто, извините, на себе примерю и сравню. Проходит насквозь. Вот это в земле. Тяжело держать это в руках. Не в прямом смысле, в переносном, потому что чувствую всю эту боль. Как вы думаете, если сегодня я окажусь в лесу, могу я такое копье получить, если без разрешения выйду? Единственный шанс у тебя выжить, если они будут с копьями для охоты, а не для убийства человека. Потому что убивают они именно такими. 21 век, туристы полетели в космос, но если я выйду в лесу, меня убьют копьем. Потому что эти люди не хотят до сих пор контактировать с внешним миром. Они не хотят тебя там видеть. Алехандро Лабака тоже четко осознавал этот смертельный риск. И точно знал, ради чего идет фактически на смерть. Эта фраза у вас на центральной стене. Она всем напоминает последние слова и главную мысль Алехандро Лабака. Если мы не поедем, их убьют. Смерть епископа Лабаки и сестры Инес все-таки изменила историю всего региона и племен. После убийства район закрыли для нефтедобычи на период, пока идет расследование. Индейцев оставили в покое. Алехандро, пожертвовав собой, по сути спас индейцев от полного истребления спецназом. Тем не менее, добыча нефти в джунглях Эквадора не остановилась и с годами набирает все больших оборотов. А сегодня продвигается все ближе и ближе к землям неконтактных групп. Ты знаешь, сколько было неконтактных племен Датагиери и Тараминани, которые исчезли? Их было очень много. Кто о них сейчас говорит? Никто. А когда исчезнут и эти группы, о них тоже забудут. Алехандро Лабака был последним, кто пытался вступить в контакт с опасной группой Тагиери больше 30 лет назад. После этих событий до сегодняшнего дня не принималось ни одной попытки обнаружить этих людей. Никто не готов рисковать жизнью. В нашей экспедиции к Ваоране мы собрали все доступные, подтвержденные, достоверные сведения, которые должны помочь подобраться ближе к тайне неконтактных Ваоране. Мы изучили все доступные карты и по крупицам собрали воедино все найденные сведения, чтобы максимально увеличить наши шансы найти неконтактных. И сейчас, перед тем, как прощаться с нашими новыми друзьями в Ааране, мы готовы к финальному этапу экспедиции. Смотреть фильмы и программы на большом экране все-таки приятнее, чем на маленьком экране ноутбука. Используя ТВ-приставку, я могу сам выбирать контент. Главное, чтобы в номере был телевизор и Wi-Fi. Спецоперацию, но, к сожалению, данные о местонахождении неконтактных племен очень быстро устаревают, потому что они кочевники, они перемещаются. Практически вся эта территория — это то место, где теоретически могут быть неконтактные племена, но это нужно изучать ее месяц. Мы поступили следующим образом. Обратились к старейшинам, к местным гидам
И сами варане нам рассказали место самого вероятного расположения неконтактных племен. Помните, когда мы проходили по реке, нам указали на точку, после которой стоит быть очень осторожным. Здесь всегда тревожно. Мы смотрим по сторонам и прислушиваемся к звукам и шуму. Потом нам показывали места убийств. Видишь, лежит коряга. Ее туда специально положили в знак памяти. 5 лет назад вот здесь убили человека. А после этого сказали, что все, начиная с этой точки уже безопасно. Вот мы нашли эти места на карте, определили прямоугольник вероятного местонахождения неконтактных тагиерей. И будем на самолете облетать этот прямоугольник в режиме поисково-спасательной операции. То есть вот такими линиями, чтобы ни одно место не осталось без нашего внимания. Сегодня прилетает пилот, мы никому не говорим о том, что задумали, потому что полеты над зоной неконтактных племен запрещены. Нам с трудом удалось найти человека, который согласился выполнить нашу просьбу и полететь с нами. Причем это сделать нужно на низкой высоте, чтобы все рассмотреть. Это, друзья, исследование программы «Мир наизнанку». Ну что, Саня, как ты думаешь, надежда есть? Надежда всегда есть. Абсолютно верно. Готовимся к полету. Сегодня нас ждет что-то невероятное. Мы уже пытались найти неконтактное племя похожим способом в Бразилии. Но, к сожалению, вместо индейцев увидели только массовую вырубку лесов. Сейчас в эквадорской Амазонии мы решили не сдаваться и предпринять еще одну попытку. Найти неконтактное поселение и с воздуха зафиксировать это на фото и видео. Такие кадры могут стать чрезвычайно важными в изучении этих уникальных людей, не нанося им вреда. Это невероятно сложная задача. Своего рода поиск иголки в стоге сена. Но если не опускать руки и не сдаваться, однажды может получиться. Возможно, именно сегодня. Мы ищем не вымышленную страну Шангри-Ла, а вполне реальных людей, которые точно есть в этом лесу. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы их найти, разглядеть и снять. Буэнос диас! Как погода? Небо чистое. Есть все, что нужно, чтобы хорошо полетать. Мы говорим такими фразами, чтобы никто не догадался, о чем идет речь. Я тоже очень надеюсь, что мы сегодня хорошо полетаем. Тогда приступаем к загрузке. Вот, друзья, дополнительное топливо. Нам предстоит облететь площадь 1800 квадратных километров или 180 тысяч гектаров. Учитывая, что облетать эту площадь мы собираемся зигзагами, да еще и на небольшой высоте, расстояние выходит очень большое, на пределе дальности нашего самолета. Чтобы нам хватило топлива на весь маршрут, пилот дает команду максимально облегчить борт. А мы тем временем в лучших традициях мира наизнанку прощаемся с нашими друзьями в Ааране и готовимся к взлету. Мы попытаемся повторить то, что еще в 50-х годах делали миссионеры. Что, как говорится, от винта. Мы набираем скорость, летаем. Начинается наша спецоперация. По поиску индейцев, которые никогда не контактировали с внешним миром. Прямо под нами точка номер один. Начинаем сканирование территории. Здесь живут люди, про которых ничего не известно, кроме того, что они принадлежат группе варан, и они убивают каждого, кто осмелится вступить на эту землю. Вот, собственно, сейчас проходит некий аналог операции «Ловка». Ширина прямоугольника, который мы исследуем, 26 километров. Мы прошли первую линию, пока ничего. Подходим к точке номер два. Можно понять масштабы и сложность этой спецоперации, потому что не видно абсолютно ничего. Что же мы? Отличительная особенность поселения в Ааране – это дом из пальмовых листьев треугольной формы. Таким пользуются и современные в Ааране. Таком жили неконтактные племена. И, судя по всему, в таких домах они продолжают сегодня. Это может стать главной зацепкой. Если нам очень повезет, то мы имеем шанс разглядеть такую и дальше продолжить поиски уже в этом более компактном районе. Именно так миссионеры впервые обнаружили их. По крыше дома. Но пока мы видим только пышные кроны густого леса и ни одного просвета. Есть еще одна проблема. По словам нашего гида Мигеля, сегодня неконтактные группы прячут свои дома особенно тщательно, потому что уже знают про самолеты. Их поселения уже выглядят совсем иначе. Если раньше расчищали территорию, а в центре ставили дом, то теперь прячут под большим деревом.
приходится буквально в прямом смысле вылавливать какие-то маленькие точечные отрезки, где есть не только лес. О, вот, например, сейчас кажется на общей панне, что все это просто лес, но вот просматривается ручеек и небольшой отрезок суши. Я его ловлю в бинокль, смотрю, но ничего не наблюдаю. И вот это повторяется бесконечно. Пилот следует строго по намеченному маршруту. Мы прочесываем район поиска, участок за участком, линию за линией. Река Тананака-Чика, мы сейчас прошли над руслом, и видно, что оно девственное. Очень характерно, это деревья, которые лежат поперек реки. Это говорит о том, что здесь никто не ходит на лодках. Это места, где нет людей. Там, где есть люди, они обязательно рубят эти деревья, либо используют бензопилу. С высоты очень сложно разглядеть детали. Зато отчетливо видно причину, которая привела цивилизацию в леса Ваорани. На горизонте наблюдаю истинные месторождения. Вот отчетливо виден дым. Сейчас мы практически над центром территории неконтактных групп. Тот факт, что отсюда мы можем невооруженным глазом увидеть работу нефтяников, лучше всего показывает, в какой опасности находятся эти племена. Внешний мир постепенно захватывает их земли. Миссионеры, которые пытались выйти на контакт, исследовали разные цели. Они хотели объяснить, что убивать плохо. Хотели объяснить, что цивилизованный мир не страшен. Хотели объяснить, какие есть плюсы жизни в тандеме с цивилизованным миром. Наша цель совершенно другая. Мы хотим лишь увидеть и убедиться, что эти люди еще остались. Но ни в коем случае не будем их тревожить, даже если найдем. Мы разворачиваемся и снова с запада идем на восток. Очередная линия. Ровное пространство, площадка, небольшой ручеек, пусто. От совершенно нетронутых рек мы постепенно приближаемся к тем, по которым ходят на лодках самые смелые ваорани. Именно здесь пролегал и наш маршрут в начале экспедиции. Вот, друзья, это место убийства. Вот где эта змейка, в этом месте был убит Дик, с родителями которого мы уже общались. Это самый эпицентр обитания Тагиери, неконтактного племени. Сейчас нужно быть особенно внимательным и смотреть на каждый свободный клочок земли и прикрытый лесом, на каждый участок берега. Мы в воздухе уже больше 2 часов и прошли уже больше 10 линий на нашей схеме, но пока, к сожалению, нет результата. Ни одной крыши, ни одного дома. Ни одного человека. Пусто. С одной стороны, то, что мы пока не нашли неконтактных индейцев, можно считать не лучшей новостью для журналиста. Но на самом деле, судя по разговорам с нашими друзьями в Ааране, я начинаю понимать, что, возможно, это и к лучшему. Когда все в Ааране были неконтактными, было лучше. Нам ничего не надо было покупать. Раньше нашим магазином был только лес. Я могу спокойно прожить жизнь в лесу. Поэтому я лучше бы оставался здесь. Я бы, например, никогда не хотел жить в городе, потому что там люди быстро умирают. Цивилизация и индейцы должны жить отдельно. Мне нравится пользоваться тем, что дает цивилизация. У меня есть удобная одежда. Можно спать на матрасе, а не только в гамаке. Ваорани получили одежду, обувь и другие блага цивилизации. Но они теряют свой язык, культуру и самобытность. Наши дети получают образование, хотят узнавать мир, а не возвращаться в лес. То, что мы сейчас наблюдаем, это трагедия. Это конец существования настоящих ваорани. Добровольная изоляция для неконтактных племен – это единственный способ сохранить свои традиции. Как бы ни старались наши новые знакомые из племени, где мы жили, все равно контакты с цивилизацией постепенно убивают вот эту аутентичность, и они становятся современнее, потому что невозможно оставаться дикими индейцами, когда у тебя есть Wi-Fi, есть возможность съездить в город, купить товары в супермаркете и так далее. Конечно,
приезд иностранцев, врачей, туристов, ученых, журналистов. Все это меняет индейцев, и они становятся уже не такими. Когда к нам пришли миссионеры, они пустили нефтяников на нашу землю. Многим ваоране пришлось бросить свой дом и искать новые места для жизни. Мне не нравится, что мы вышли на контакт. Но те, кто остались неконтактными, они совершенно другие люди. Они живут по законам леса, по законам джунглей. То есть тагиери правы, что они не выходят на контакт до сегодняшнего дня? Как вы считаете? Лучше им не выходить на контакт. Пускай они живут там, где живут. А мы уже будем жить в этом мире. Вся культура современного мира строится на деньгах. Мне это не нравится. Лучше их не беспокоить. Они там хорошо живут. Мы потратили несколько недель, силы, ресурсы, чтобы попытаться увидеть хотя бы жилище неконтактных. Но, увы, безрезультатно. В этот раз мы не стали первооткрывателями. Хотя такое до сих пор возможно. Но сейчас я точно могу сказать, то, что мы их не нашли, хороший знак. Ведь если их не можем отыскать мы, возможно, их не найдут и те, кто может их уничтожить. Ну что, друзья, мы прошли весь маршрут, мы просканировали огромную территорию. Но, к большому сожалению, или к большому счастью, мы так и не увидели индейцев. Они наверняка здесь есть. Об этом говорят очень многие факты. Наверняка сегодня они слышали мотор нашего самолета и спрятались где-то под деревьями. Мы не потревожили их и улетаем. Улетаем с надеждой, что у них все будет хорошо. Что эти земли не будут уничтожены теми добытчиками, лесорубами. Индейцы хозяева своих земель, и я желаю им жить так, как они хотят, а они хотят жить без контактов с цивилизованным миром. Нам пора лететь дальше на поиски новых, интересных, ярких знакомств и впечатлений. Смотрите в следующей программе. Ого, бык прорвался! Я не успел уйти, друзья! Я не заметил, как я оказался на этом дереве. Это мощные животные, которых используют в кориде и боях. Познакомимся с людьми, которые умеют их укрощать. Все молимся, чтобы не было несчастных случаев. Настоящими эквадорскими ковбоями. Красавчики! Вива Чаграс! С чего начинают свой путь будущие Чаграс? Это будет сражение. Вот он, красавчик! Молодец! 3 года и будет участвовать, да? Наши дети с пеленок верхом на ламах. Узнаем, легко ли оседлать даже самое безобидное животное. Мимишность этих красавцев зашкаливает. Оп. Давай. Настоящая изнанка горного Эквадора. Впереди самое интересное. Такое возможно только здесь, только в Эквадоре.